На днях стартовала новогодняя кампания в муниципальных учреждениях культуры. Открытие районных елок состоится со дня на день. Всего предусмотрено планом мероприятий, новогодних мероприятий, предусмотрено более 500 мероприятий. Конечно, основными площадками традиционно становятся у нас наши ведущие областные государственные учреждения. Это Центр народной культуры, ДК губернаторский, Ленинский мемориал, наши театры драматические. А вот главная елка губернии в этом году перекочует из областного центра в Старую Майну. Поселок получил статус новогодней столицы Ульяновской области. Церемония открытия праздничной программы состоится здесь 24 декабря. В этот же день станет известно, какой район получит эстафету новогодней столицы 2019 года. Гостей и жителей региона вплоть до 8 января ждет насыщенная развлекательная программа, в том числе с участием звезд российской эстрады. Мы сейчас украшаем рабочий поселок, украшаем села района, чтобы не только Старая Майна, но и весь Старомайнский район был новогодней сказкой, был новогодним таким охвачен праздничным и волшебным настроением. Традиционно в праздничной иллюминации соблюдается единство стиля. При разработке учитываются актуальные веяния моды. Мы в эту концепцию включили арки, елочные шары, светящиеся кубы, объемные, плоские, которые выполняются из арматуры, с вариантами светового оформления, заполнения сосновым лапником. И самое важное, что данные элементы можно заказать у местных производителей. В самом Ульяновске атмосфера зимней сказки и праздника продлится до 14 января. Массовые новогодние мероприятия пройдут на площади Ленина. Дорогие ульяновцы, поздравляю всех с наступающими праздниками. И приглашаю посетить старт проекта «Новогодняя столица Ульяновской области». 24 декабря ждем вас в Старой Майне. Рената Алиулова, Юрий Конихин, новости Ульяновской правды.